А что выберешь ты? Новая Hyundai Sonata или Kia K5? Kia K5 у нас стоит 2 миллиона 240 тысяч рублей, а Hyundai Sonata 2 миллиона 184 тысячи рублей. В Sonata двигатель 2,5 на 180 лошадиных сил, здесь же тоже 2,5, но на 194 лошадиные силы. Kia K5 выглядит в целом куда агрессивнее, чем Sonata. Sonata в плане своего дизайна куда сдержанней. Вот так у нас выглядит салон Kia K5. Большой сенсорный дисплей с интересными цветами и звуками природы, а также двухзонный климат-контроль с сенсорным управлением, круговой обзор, а также выборы режимов движений и вентиляция сидений. А это салон Sonata. Цифровая приборная панель немного с другими шкалами, но тоже с отличной графикой. Также двухзонный климат-контроль, большой сенсорный экран, но здесь нету селектора коробки передач. Все на этих кнопках. Место сзади одинаково, но зато в Sonata есть шторки.